В актовом зале Брестского торгово-технологического колледжа в этот день собрался весь коллектив. Повод для встречи более чем весомый. Об этом свидетельствует и присутствие почетных гостей. Заместителя председателя Брестского облсполкома Вадима Кравчука и начальника главного управления по образованию Натальи Калиновской. Они приехали, чтобы наградить, а также выразить благодарность Анатолию Шлепакову, который возглавлял учреждение образования на протяжении долгих лет. А самое главное – представить коллективу нового, не менее достойного руководителя. Сегодня для колледжа, наверное, в каком-то плане исторический день. Назначен новый руководитель. Я ухожу с этой должности. Более 28 лет я руководил колледжем. Колледж имеет хорошие показатели. То есть он переходит и в хорошие руки, и с хорошими своими данными. Я хочу пожелать сегодня новому руководителю успехов творческих. Хочу также еще обязательно сказать большое спасибо Главному управлению по образованию за то, что мне дали поработать, разрешили поработать больше. На пенсии. В этот день в адрес Анатолия Михайловича прозвучало много заслуженно добрых и искренних слов и от коллектива, и от гостей мероприятия. А после Вадим Кравчук представил нового руководителя, чей опыт, компетентность и авторитет не вызывают никаких сомнений. Геннадий Борисюк известен как неравнодушный человек и настоящий профессионал, который за плечами имеет педагогическое образование, богатый опыт на руководящих должностях, а социальная сфера и вопросы образования знакомы ему не понаслышке. Торгово-технологический колледж для Брестского региона – это ведущее учебное заведение, так как, для примера приведу, почему подтверждение этих слов, является то, что в городе Бресте 87% выпускников данного учебного заведения работают непосредственно в таких сферах, как торговля, общественное питание, различного рода другие объекты, касающиеся именно этой тематики. Что касается непосредственно Геннадия Иосифовича, конечно, колледжу везет. В хорошем понимании ему везло до этого. Соответственно, Геннадий Иосифович – человек, который в социальной сфере вообще профессионал. Он начинал свою трудовую деятельность в учебных заведениях. Он работал замглавы администрации Ленинского района, именно курировал социальную сферу. Работал заместителем председателя областного исполнительного комитета, тоже курировал социальную сферу. Был директором школы. Соответственно, он знает весь учебный процесс от А до Я, можно сказать. Я уверен, что в этом учебном заведении будут сохранены все те традиции, которые были уже заложены за эти годы. Соответственно, они будут приумножены и, конечно, внесены какие-то новые интересные инновационные проекты. На протяжении долгих лет колледж является гордостью города и одним из его образцовых учебных заведений. И новый директор Геннадий Борисюк намерен сохранить все лучшее, что было создано за долгие годы. Он уверен, что это хорошая основа для того, чтобы вместе с коллективом профессионалов идти к новым вершинам и создавать новые традиции.